فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Аллах почтил меня и некоторых моих братьев тем, что мы приняли ислам. Итак, мой вопрос. Как должны относиться мусульмане к своим неверующим родителям, братьям и родственникам? Нужно ли их посещать, расходовать на них и поддерживать семейные связи? Когда расходы на них обязательны, а когда желательны? Да благословит вас Аллах. Ребенок-мусульманин обязан быть благочестивым к своим родителям в делах мирской жизни. Аллах табарака ва тааля сказал: «Мы заповедали человеку делать добро его родителям. Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его от груди в 2 года. Благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие. А если они будут сражаться с тобой, чтобы ты приобщил ко мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму». Всевышний Аллах приказал сопровождать неверующих родителей в этом мире по-доброму. Поэтому следует расходовать на них, одевать их и дарить им подарки. И вдобавок ко всему, он должен призывать их к исламу. Быть может, Аллах вселит веру в их сердца, и они примут ислам. Точно так же и в отношении родственников, которые не являются мусульманами. Обязательно нужно поддерживать с ними родственные связи и призывать их к исламу. Возможно, Аллах наставит их на прямой путь.